Всем привет! Начинаем новый влог. У меня на лице сегодня остатки аллергии. Вчера я проснулась, два вечера подряд я использовала вот такой тоник очистолинии. Вообще-то я его сама не покупала, это покупал мой сын, но им не пользуется, и мне жалко, что он стоит. Вот два вечера я пользовалась, и утром вчера проснулась, у меня под глазами аллергия. Сначала была не очень большая, но на работе, как начало вот под этим глазом у меня все вздуваться, и я выглядела, как будто бы я пила и дралась. Я сходила в аптеку, купила таблетку, выпила. Сегодня уже получше, но еще я замечаю, конечно, на своем лице все это. Поэтому все-таки вот этим я пользоваться не буду. Но я думаю, что это на него. Надеюсь. Посмотрим. Вот. Я почему сделала включение? Сейчас встала, начала делать себе массаж апоневроза. И поняла, что я вам хочу сказать, что встраивайте вот эти все полезные привычки, этот же массаж апоневроза, в свою жизнь. Если просто привыкнуть каждый раз перед тем, как вы идете чистить зубы, прям одну минуту хотя бы уделить вот этому массажу, то не нужно будет потом думать в течение дня, что вот мне надо выделить себе хотя бы минут 15, а лучше там чуть побольше, ну хотя бы да, 15 минут в день, чтобы сделать массаж апоневроза, чтобы сделать разминку для шеи, массаж лица. Просто встраивайте это все незаметно, и тогда будет гораздо проще. Не надо об этом думать, когда я это сделаю. Вот перед тем, как пошла умываться, перед тем, как сейчас собрать хвост, расчесаться, я быстренько сделала массаж апоневроза. Мой муж нашел на ютубе тренировку на 5000 шагов. Обещают, что можно сжечь 300 калорий. Калорий? В общем, будем сжигать калории. Я надела часы. На них пока 0 калорий, я их только что надела. Будем ходить 5000 шагов. Я немножечко отдохнула от своего декабрьского графика работы, в которой я очень сильно устала. Сейчас потихоньку вхожу в норму, даже начинаю бегать на беговой дорожке. Но сегодня увидела, что муж смотрит вот это вот, и решила тоже попробовать. Я занимаюсь всегда босиком. То есть вот сегодня я в носках, я даже по беговой дорожке бегаю босиком, потому что, ну, неудобно мне, я не хочу всегда находиться в обуви. И так на работе в обуви, поэтому при спорте я стараюсь ничего не надевать на ноги, но вообще рекомендуется заниматься спортом в обуви. Если вас это не напрягает, то наденьте кроссовки и работайте. Привет. Всем привет, девчонки! С вами Надежда Паркинца, нутрициолог, автор онлайн-проекта. Ну что, дорогие мои, начнем. Первый блок у нас будет.
очень классная тренировка, такая, знаете, в нужном темпе. И когда в середине там по этапам, то есть сначала мы медленно идем, потом побыстрее, потом самый быстрый темп, потом слегка замедляемся и в конце опять медленно. И вот так по этапам, знаете, в середине такой адреналин появляется на самом быстром темпе. Кажется, хочется еще, еще, еще. И потом к концу тренировки постепенно организм замедляется, и ты уже готова к окончанию тренировки. Единственное, что я заметила, вот только что закончила, у меня еще даже тут я хожу, что у нее по часам, что у нее там очень быстро счетчик тикает. У меня получилось всего 3814 шагов, а у нее уже 5000 шагов. То есть у нее там очень быстро шаги считались. У меня, естественно, считались шаги в моем темпе. То есть меньше 4000 шагов я прошла. Прошло, я не знаю, 3 километра, а по времени минут 30, наверное, прошло. В общем, мне очень понравилась тренировка. В Телеграме ссылку на нее оставлю. Классная. Я еще позанимаюсь йогой все-таки, потому что растяжка, без растяжки не жизнь. А после йоги я обязательно делаю разминку для шеи. Сначала просто круговые движения в одну и в другую сторону. Затем растягиваю платизму, тянусь подбородком сначала вправо-вверх секунд по 10, потом влево-вверх. Затем растягиваю боковые поверхности шеи, для этого наклоняю голову к плечу и утяжеляю рукой. Держу 10 секунд, затем делаю то же самое в другую сторону. Можно держать и побольше. Растягиваю заднюю поверхность шеи, сначала задние и боковые поверхности. Для этого наклоняю голову чуть вперед и вбок и утяжеляю руками. Задерживаюсь на 10 секунд. Затем то же самое в другую сторону. При этом чувствуем, как растягивается сзади, но чуть-чуть сбоку. И затем заднюю поверхность шеи, серединку растягиваем, также тянем подбородок к ямочке ключиц и при этом делаем утяжеление руками. И растягиваю платизму за подбородок, тяну вверх к потолку и задерживаюсь на какое-то время. Я хочу покрасить корни, не покрасить, а именно обесцветить, потому что в прошлый раз я окрасила краской просто, и у меня получилось вот это, мне это не нравится. Когда корни прям темнее, я не люблю. Я каждый раз, когда обесцвечиваю корни, я боюсь облысеть. Ну, что у меня волосы отвалятся, но каждый раз делаю это. Буду окрашивать именно отросшую часть и вот тот сантиметр, который в прошлом месяце. То есть вот столько я буду обесцвечивать. У меня порошок от Олин и окислитель от Индола 6%. Знаете, я в теории, конечно, знаю, что нужно обесцветить, а потом сверху еще покрасить, что тогда пигмент попадет в структуру волоса, и волос станет плотнее, да, потому что осветлением просто мы убираем пигмент, и волос становится пустой. Но я каждый раз боюсь. И чтобы не ходить желтенькой, потому что по-любому желтенькая, как цыпленочек, я потом просто буду использовать вот такой бальзам. Оттенок перламутр. Я не буду вам показывать процесс, просто покажу, что получилось у меня. Волосы еще не досохли, но все равно покажу. У меня вот такой цвет получился. Просто вот этим бальзамом, который я вам показала, прям кисточкой, как краску, вот так наносила на корни. И все. Ну, я считаю, нормально получилось. Нормальный цвет. В общем, меня устраивает. Все, давайте на этом будем прощаться. Спасибо вам за просмотр. Встретимся в следующем видео.